После похода Ермака в Сибирь в конце 16 века на протяжении 17 столетия идет освоение территории Сибири российским государством. В мировой истории этот процесс известен как Великая колонизация Сибири, беспримерный подвиг многих русских людей, землепроходцев, промышленников, представителей военного сословия, в освоении этого огромного региона, который простирался от Уральских гор до Тихого океана. В авангарде колонизации Сибири шли казаки, формирующиеся военное сословие дореволюционной России, люди, привычные к тяготам походной жизни, военным столкновениям. И на протяжении 17 века идет освоение Сибири, но территория Алтая в этот период времени не вошла в состав российского государства. Территорию Алтая и юг Сибири контролировали джунгары, государство западных монголов, джунгарское ханство. Но уже в 17 веке предпринимаются попытки русского государства пройти на территорию Алтая. И первыми русскими людьми, которые попытались пройти в этот незнакомый для России регион, были сибирские казаки. На протяжении 17 века небольшие казачьи отряды в 50-100 человек пытаются продвинуться на территорию Алтая и закрепиться на этой территории, построить небольшие крепости. Отряды казаков были немногочисленны, составляли 50-100 человек. Они попытались построить эти крепости в районе современного Бийска, у слияния Бии и Катуни, пройти к Телецкому озеру, в район современного Артыбаша, но всякий раз эти попытки заканчивались неудачей. Джунгарские отряды были многочисленны, к тому же джунгарам помогали их данники, наши алтайские племена были подчинены джунгарами, и против многотысячных джунгарских отрядов, конечно, казачеству было противостоять очень сложно. Кардинальная ситуация меняется в начале 18 века. Петр I начинает войну со Швецией, на Урале формируется крупная металлургическая база, Акинфий Демидов начинает свою деятельность на Урале. Стране требуются значительные ресурсы, уже доходит информация о богатстве наших алтайских гор. И в начале 18 века интерес к Алтаю усиливается. На Алтай выдвигаются крупные военные силы для того, чтобы закрепиться на этой территории. Со стороны Кузнецка к нам на Алтай выдвигается крупный военный отряд, порядка 600 человек, которые в районе слияния Бии и Катуни начинают строительство Бикатунского острога, Бикатунской крепости. Через год эта крепость была сожжена джунгарами, но это не остановило русских людей. Через некоторое время в 15 километрах от Бикатунской крепости строится более мощная Бийская крепость, основу гарнизона которой составляют сибирские казаки. В 1726 году Акинфий Демидов получает разрешение вдовы Петра I, Екатерины I, разрабатывать на Алтае рудные месторождения, начинается промышленное освоение Алтая, и для защиты демидовских заводов в качестве военной силы, опять же, большие задачи возлагаются на казачество. На протяжении 18 века казачество занимается охраной демидовских заводов, немногочисленного русского населения, выполняет широкий комплекс задач военного характера, экономического характера, выполняет охранные функции, выполняет почтовую службу, массу различных поручений. Как говорили в то время, в 18 веке служба казачества была бессрочной, покуда в силах, как говорили. Поэтому выйти из казачества и заняться мирной жизнью получалось уже в почтенном возрасте. В середине 18 века военная опасность со стороны джунгар устраняется. В результате джунгаро-китайской войны Джунгария была уничтожена, и нашим ближайшим соседям становится Китай. На казачество возлагается на Алтае задача охраны государственной границы. В середине 18 века формируется Колывано-Воскресенская оборонительная линия, которая представляла собой цепь крепостей, форпостов, которые протянулись от Кузнецкой крепости на севере до Усть-Каменогорской на юге. Сейчас это территория Казахстана. Численность казачества была невелика.
В середине XVIII века на Алтае несли службу порядка 700-800 казаков. Для того, чтобы представить масштабы территории, которую они охраняли, ну задумайтесь, от Кузнецкой крепости, ныне это Новокузнецк, до Усть-Каменогорска, это больше 800 верст, больше 1000 километров. Вот эту территорию по предгорьям Алтая казаки охраняли от опасности внешней, первоначально джунгар, но в последующем, когда в этом регионе мы продвигаемся на территорию Горного Алтая, это охрана государственной границы с Монголией и Китаем. В конце XVIII века военные функции, военное значение казачества на Алтае в значительной степени ослабевает. Военная угроза уходит, и казачество все больше требуется для решения новых внешнеполитических задач. В XIX веке границы Российской империи выдвигаются на территорию Средней Азии, и казаки с территории Алтая направляются на территорию Средней Азии, где в 1867 году формируется Семиреченское казачье войско. Участок Колывано-Кузнецкой оборонительной линии от Кузнецка до Бийска упраздняется. Казаки, которые проживают на этой территории, переводятся в крестьянское сословие. Начинается переселение казачества от Бийска к Усть-Каменогорской крепости на территорию Средней Азии. Но в этот период времени, в 1861 году, отменяется крепостное право. На Алтай устремляются переселенцы. Администрация Алтайского горного округа принимает решение оставить казачество на Алтае как гарант стабильности и необходимый элемент, который обеспечит безопасность в регионе. С 1861 года по 1917 год на Алтае существовала так называемая Бийская казачья линия, которая тянулась от Бийска до Усть-Каменогорска. На 1917 год это были три станицы, в состав которых входило 19 населенных пунктов, 14,5 тысяч населения, это примерно 0,5% населения Алтайского округа. По численности это была небольшая группа населения, но крайне важная. Она обеспечивала стабильность в регионе. Это была группа первопоселенцев Алтая. Когда мы говорим о первопоселенцах Алтая, это две группы населения на Алтае представлены. Это старообрядцы, которые пришли на Алтай в конце 17-го, начале 18 века, и сибирские казаки, которые первые, по сути дела, приняли участие в строительстве первых наших населенных пунктов, поначалу оборонительных крепостей, в последующем уже мирных, скажем так, населенных пунктов. Бийская крепость превращается в торгово-промышленный город Бийск. Казачество накануне Октябрьской революции представляло собой такую довольно замкнутую группу населения, военное сословие. Наиболее обеспеченную часть населения Алтая, вот перепись 1917 года фиксирует, что в среднем казачья семья на Алтае составляла 6 человек. Казаки занимались, главным занятием казачества было животноводство, прежде всего это коневодство и скотоводство. В каждом казачьем хозяйстве в среднем было 6 лошадей, 9 коров. Казаки были обеспечены хорошо землей, занимались многочисленными промыслами, среди которых главным промыслом являлось пчеловодство. Казачество на Алтае положило начало пчеловодству. Первые ульи, первые вот пасеки разбили именно казаки на Алтае. В районе Усть-Каменогорска пчеловодство развитие получает, но именно казаки первые поставили ульи у нас на территории Алтая еще в XVIII веке. В годы Первой мировой войны казачество положило начало сыроделию на Алтае. Именно в казачьих станицах, в Антоньевской станице, Николаевской, были поставлены первые сырзаводы. Перепись 1917 года фиксирует в казачьих населенных пунктах присутствия швейцарских специалистов-сыроделов, которые учили казаков и русских людей в последующем правильно варить сыр, получать этот продукт качественным. Годы Первой мировой войны стали для казачества серьезным испытанием. Являясь военным сословием, уровень мобилизации в казачьих станицах был наиболее высоким. В среднем на Алтае примерно 20% мужского населения было мобилизовано на фронты Первой мировой войны.
и где казаки проявили себя геройски. В годы Первой мировой войны казачество, которое традиционно в русской армии представляло кавалерию, пришлось пешиться. Казаки широко были представлены в пеших частях. Множество казаков на Алтае были удостоены высших наград Российской империи, стали георгиевскими кавалерами. Серьезным испытанием для казачества на Алтае, которые внесли огромный вклад в освоение нашего региона, в защиту его территории, в налаживание мирной жизни, в последующее развитие горно-заводской промышленности, оказала Октябрьская революция и последующая за ней Гражданская война. Октябрьская революция 1917 года для казачества стала неожиданным совершенно событием. Кризис власти, который произошел в стране, первоначально на Алтае остро не ощущался. Революция дошла на Алтай относительно поздно. В Барнауле, столице Алтайской губернии, на тот момент советская власть была установлена только в декабре 1917 года, в Бийске в начале апреля 1918 года. Как писал один из деятелей советского движения на Алтае, Цедринский, советская власть не дошла до казачьих станиц. В казачьих населенных пунктах сохранялись старые органы управления, и казачество, оно невраждебно встретило советскую власть, но стремилось устраниться от политической борьбы, которая разворачивалась на территории Алтайской губернии. Установиться советской власти и пустить прочные корни на Алтае помешало, во-первых, неподолжительность существования советской власти в этом регионе, слабая опора в лице промышленного пролетариата, который на Алтае был представлен небольшими группами населения, в частности, это железнодорожные рабочие в Барнауле. То есть Алтай был аграрным регионом, большую часть населения составляли крестьяне, которые традиционно дистанцировались от политики, и в частности, политики большевиков. Выступление чехословацкого корпуса в Сибири в мае 1918 года положило начало крупномасштабной войне гражданской, которая охватила всю территорию Сибири. В начале гражданской войны казачество на Алтае занимает нейтральную позицию. Многие казаки стремились устраниться от этой борьбы, потому что сама гражданская война, война между людьми, по сути дела, одного государства, она не прельщала казачество, тем более казачество является составной частью русского народа. Но в июле 1918 года уже Временное сибирское правительство требует от казачества занять уже определенную позицию. У нас на Алтае получают распространение распоряжения, в соответствии с которыми, если казаки не принимают уже сторону нового правительства, не выступают против большевиков, они лишаются земли, сгоняются из станиц. И вот эти жесткие приказы, они имели свое воздействие. С июля 18 года казачество выступает на стороне белого движения, принимает активное участие в свержении советской власти. И наиболее активное участие казаки в этот период времени принимают в ликвидации красногвардейского отряда Петра Сухова. Это отдельная страница гражданской войны на Алтае, когда красногвардейский отряд Петра Сухова, оставив Барнаул и пытаясь прорваться в Красный Туркестан, идет через Горный Алтай, и сибирские казаки помогают белогвардейским подразделениям ликвидировать красногвардейский отряд, который гибнет в горах Алтая в районе Тюнгура. После ликвидации отряда Петра Сухова начинается призыв в Белую армию, и сибирские казаки выступают на стороне Белого движения, направляются на Восточный фронт в составе белогвардейских подразделений. В ноябре 1918 года в Омске устанавливается власть адмирала Колчака, и казачество присягает новому правительству омскому, продолжая участие в гражданской войне. В 1919 году Алтай был охвачен повстанческим движением. В начале августа 1919 года повстанческое движение, получившее название Зиминского, охватывает территорию Алтая, и повстанцы наносят самый жестокий удар именно по казачьим станицам. Для крестьян восставших казачество было олицетворением белой власти, поэтому с особой жестокостью они захватывали казачьи станицы. Часто казаки добровольно складывали оружие, не желая
вести кровопролитную борьбу, но повстанцев это не останавливало. Вот в ходе повстанческого движения на Алтае большая часть казачьих станиц была захвачена, и в последующем многие мужчины в этих казачьих станицах их брали в заложники, они в последующем будут уничтожены. Это отдельная трагическая страница гражданской войны, которая приведет к обострению отношений казачества и крестьянства не только в период гражданской войны, но и в последующие уже мирные годы советской власти.